Мы желаем вам теплых солнечных дней. Будьте здоровы, счастливы. Пожелания юным пациентам и яркие представления. Поздравить ребят с началом лета и Днем защиты детей в педиатрическое отделение Одинцовской областной больницы пришли единороссы. Партийцы передали подарки для местной доброй комнаты. Здесь мы не случайно, депутаты всех уровней, все общественные наши организации, замечательные люди приехали подарить небольшие подарки для детишек, чтобы им скрасить этот замечательный летний день. Маленьким пациентам подарили книжки и игрушки. А еще театр заслуженной артистки России Натальи Бондаревой приготовил для ребят интерактивное шоу. Каждый смог принять в нем участие. Там что-то написано. Записка. А кто мне поможет прочитать? Кто? Иди, бегом. Громко. Давай читать с тобой громко. Хочу еще раз обратить внимание взрослых, что мы должны заботиться не только о своих детях, которых мы растим в наших семьях, но и о тех, которым требуется дополнительное внимание и опека, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались в такой непростой жизненной ситуации. Добрая комната – это специальный зал с игрушками, книжками и развивающими играми. Проводить здесь свое время могут все ребята, которые проходят лечение в медучреждении. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».